Если объединить самое важное цитаты, получится вот такой монолог Болотовой. Я не знаю марксизма, но мне кажется, что его идеалы мало чем отличаются, предположим, от христианских. И если христианство не изменило мир к лучшему за 2 тысячелетия, то у нас было только 70 лет. Может быть, я не права, но мне нравилось в нашей стране, что деньги в ней мало что значили. В нашей юности не принято было преувеличивать или подчеркивать свое благосостояние. Сейчас я понимаю, что в стране, где главным идеалом становятся деньги, я никогда не буду счастлива. Слово «партия», «коммунист» для многих из нас навсегда связано со словом «победа». И я никогда не смогу принять и согласиться с той глумливой интонацией, которой пропитаны сегодня многие публикации в прессе, многие выступления по телевидению. Я ненавижу предательство и никогда не смогу простить его ни по отношению к себе и своим близким, ни по отношению к стране, родине.